Белорусский санаторий «Рассвет Любань» высшей курортной категории. Здравница окружена густым сосновым лесом. Санаторий находится в сосновом лесу. Неповторимый микроклимат, который обладает также лечебным эффектом при заболевании органов дыхания. И радует отдыхающих свежим воздухом, красивыми лесными пейзажами, зонами для уединения и семейного отдыха, архитектурными объектами. В здравнице «Рассвет Любань» вы сможете не только отдохнуть, но и поправить здоровье. Филиал санаторий «Рассвет Любань», входящий в отель акционерное общество «Белорусская здравница», имеет 4 направления. Основной наш профиль – это заболевание мочеполовой системы, как у мужчин, так и у женщин. Второй профиль – это заболевание потно-дыхательного аппарата и костно-мышечной системы. Третий профиль – это заболевание органов дыхания. И четвертый – это заболевание органов пищеварения. Жемчужина санатория «Рассвет Любань» – собственная скважина, из которой добывается уникальная минеральная вода. Ее можно пить прямо в бювете санатория. Минеральная вода, она не минерализованная, слабощелочная, но вода богатым микро- и макроэлементным составом. Здесь наши пациенты могут по назначению врача принять минеральную воду как в естественной температуре, так и в развитом виде. В Центре восточной медицины «Рассвет Любань» применяется иглорефлексотерапия, она же иглоукалывание или акупунктура. Суть этого лечебного метода заключается в воздействии тонкими иглами на определенные биологически активные точки тела человека. Говорят, что иглоукалывание – тот самый магнит, который повторно притягивает в здравницу многих отдыхающих. В санатории востребована процедура герудотерапии, она же лечение пиявками. Пиявка присасывается в указанное место, впускает свой фермент, она отдает организму в течение 20 минут, потом начинает отсасывать кровь. Поэтому иногда с целью чисто лечебной, чтобы получать фермент, достаточно пиявку продержать 20-30 минут. В детской практике, как исключение, конечно, детская пиявка вообще устанавливается на 10 минут. В среднем пиявка удерживается 45 минут. Используются не случайные, а только медицинские пиявки, которые лечат широкий спектр заболеваний. В спа-корпусе здравницы «Рассвет Любань» вы сразу заметите бассейн с минеральной водой. Концентрация солей тут аналогична концентрации солей в Мертвом море. Янтарная комната санатория оказывает общеукрепляющее воздействие на организм человека. Лечебный эффект достигается благодаря нагреванию солнечного камня, а хождение по мелкому янтарю воздействует на биологически активные точки стоп. Еще одна особенность здравницы «Рассвет Любань» – уникальный минеральный состав лечебных сапропелевых грязей, которые используются в санатории в виде общих укутываний и аппликаций. В здравнице «Рассвет Любань» работает Центр мужского здоровья, где каждый мужчина может диагностировать мужские заболевания и улучшить самочувствие. Для женщин в здравнице проводится процедура гинекологического орошения. Добро пожаловать в СПА-комплекс здравницы. Во время одного сеанса в СПА-капсуле «Рассвет Любань» пациент может пройти сразу несколько программ – релаксацию, детоксикацию, восстановление, антистресс, антицеллюлит, антивозраст. В санатории «Рассвет Любань» вы насчитаете более 15 видов ванн на любой вкус – минеральная, жемчужная, ароматическая, с эффектом Мертвого моря. Для любителей поплавать в главном корпусе работает большой плавательный бассейн с сауной финского типа. Также к вашим услугам процедура карбокситерапии, озонотерапии. Санаторий приглашает гостей испробовать и другие востребованные процедуры – подводный душ-массаж, лазерную терапию, процедуры психорелаксации, ароматерапии, кислородотерапии, вантовой остеокинезитерапии. Пациент попал к нам, получает весь комплекс как диагностических, так и лечебных процедур. Гостям санатория «Рассвет Любань» доступен современный сокобар со свежими соками, фиточаями, кислородными коктейлями.
В свободное от процедур время гости санатория любят посидеть в уютном кафе. Питаться надо с умом. Именно этим девизом руководствуются в санатории «Рассвет Любань». Четко продуманный двухнедельный рацион белорусской здравницы хорошо сбалансирован. Для дробного питания разработано пятиразовое меню. Есть и детское меню. В клинико-диагностической лаборатории нашего санатория проводится исследование по всем профильным заболеваниям нашего санатория. Наша лаборатория оснащена самым современным оборудованием для проведения всевозможных анализов по нашим профильным заболеваниям. Апартаменты санатория первой и второй категории, а также номера класса люкс, выполнены в приятных, успокаивающих тонах. Детали интерьера продуманы до мелочей. Здесь есть все, что необходимо для комфортного отдыха. Душевая кабина, телевизор, большой шкаф для одежды, столовые приборы. Для детей в санатории «Рассвет Любань» есть тренажерный зал на открытом воздухе и море развлечений. Спортивные площадки, прокат велосипедов, ежедневная программа развлекательных мероприятий в новом актовом зале санатория «Рассвет Любань» на 180 посадочных мест не позволят вам скучать. Концертные и танцевальные залы оборудованы современной музыкальной аппаратурой и светотехникой. Добро пожаловать в санаторий «Рассвет Любань».